Мы находимся в аэропорту Ямайки. Скоро вылет. Так, кафе такое у нас в зоне вылета. Здесь люди на столбах оставляют автографы. Вот так вот примерно все это выглядит. Все схемы расписаны. Надо, может быть, свой автограф поставить, он там не оставляет. Молодец. А это зона duty free. Здесь вот все. Рома перейдет. Так, а теперь возвращаюсь к ребятам. Молодец. Володя. Это с другой стороны. Кафе. Уже зона вылета. Вон он наш Nordwind. Ребята, привет. Кофе сказали только на фудкорте, здесь нету. Подожди. Где там Надя? Кофе здесь нет, только на фудкорте. Кофе нет, только что? Там, где еда. Да тут ну, недалеко да. Есть. Говорят, давайте домой, все, уматывайте. Рум закончился в отеле, поэтому мы мотали это дело, едем домой. Хватит уже, коктейли, рум отпускаем. Вон, Лена грустная или веселая. Конечно. Рум закончился. Рум не закончился, мы вывозили отсюда весь рум. Посмотрите, сколько тут рома. Это хватит тут, по-моему... Несколько полетов. С горя. И Майка обнищала. С горя нам было. Да. Могла бы без чемодана уехать. Вот он, 19-й выход наш. Народ готовится на посадку. Привет. Ну что, закончился рай. Поедем домой. Едем в другой. Едем в тепло из холода. Или наоборот, не знаю. Давайте. Почему не знаешь? Понятно, что из тепла. Там теплее. Ну, у нас плюс 17 сегодня было еще. Сколько у вас? Да. Давайте к нам. Вот и закончился наш потрясающий отпуск. Очень не хотелось покидать этот красивый остров. Мы, такое впечатление, что мы не отдохнули. Очень мало времени было нам на это все отведено. Уже было еще дней 10-15, когда, может быть, мы до конца почувствовали мою потерю. Осталось чувство, что нам не хватило. Не хватило отпуска. Мы готовы еще раз все вернуться назад в Ямайку. Очень жаль, так быстро прилетело время. До свидания, Ямайка. У нас впереди еще было 13 часов перелета домой. Аэропорт Шереметьево, новый сектор, сектор Б, где мы сейчас с Надей находимся, вот такая красивая елка, вот, табло, такая красивая реклама здесь огромная, туда, да, красиво, и теперь вон зал, тут фудкорт. Пойдем искать, где наш самолет. Вот дальше. Где стоит. Идем на регистрацию. Наша
ряд третий. Давай сюда зайдем. Keep on trying.